Показала вот такую книгу, называется «Мама, расскажи, потому что мне это важно», из серии «Мои семейные, наша семейная летопись». И я ее заказала, так как я помешана на генеалогии, и мне это показалось интересным. И это, признаться, я ждала меньшего, я думала, будет какая-нибудь такая отписка, то есть на отвали, то есть лишь бы денег содрать. Однако нет. Оформлено очень интересно. Вот так вот открывается форзац. Следующая страница. Просто расскажи. Так скромненько. Далее уже требовательно. Мама, расскажи. Вот. И уже такая предыстория. Предыстория очень интересна. Автор этой книги. У нее случилось несчастье. Мать писательницы, она заболела раком, и и надеясь ухватить хотя бы воспоминания матери, дочь ее составила анкету с вопросами. И дала матери на заполнение, чтобы хоть что-то у нее осталось, как можно больше ухватить от оставшихся дней. К счастью, все обошлось хорошо. Ну, в общем, вот такая предыстория создания этой книги. Вопросов здесь полным-полно. Например, была ли у тебя любимая игрушка или вещь, с которой ты никогда не расставался? Скажи о ней. Опиши, пожалуйста, свой обычный школьный день в начальных классах. Когда ты влюбилась первый раз? Есть и более серьезные вопросы, там, назови имена своих бабушек, дедушек, что-то там, такого плана. Есть и вопросы, касающиеся общего детства, касающиеся именно связи материнской со своим ребенком. Например, каким ты видел мое будущее? Как ты думаешь, в чем ты достигла успеха, воспитывая меня? Очень интересно, что каждый разворот книги вот так вот оформлен. То есть фон такой. Вот здесь итог. Где-то я видела еще что-то. Здесь вот такой цветок. Каждый раздел начинается с. Рисунка сделана таком в черно-серо-оранжевом цвете, например, вот такой, или вот такой. Еще очень много цитат, стихотворений, рассказов каких-то знаменитых писателей Толстого, например, связаны именно там, с материнством, с матерью. Что я хочу сказать? Меня не так давно спрашивали о подарках, что я буду кому дарить. Я вот это буду дарить. Я не собиралась, я хотела просто отдать, помучить человека. Но это буду дарить, потому что любая мать, она просто расплачется, получив вот это в подарок. Вот поверь мне просто на слово. Это... Я уверена, моя мама будет более тронута, чем когда я давным-давно подарила ей на свой день рождения подарок и сказала, что мама, спасибо, что ты меня родила. Мне кажется, она будет еще более растрогана, чем тогда. Вот, так что если ты не знаешь, что дарить своей маме, я тебе подкидываю идейку.